Приветствую всех мотоциклистов. Очень много просьб поступило, чтобы я снял ролик, в котором рассказал, каким образом подключить кнопку аварийного пуска мотоцикла при севшем аккумуляторе. Такая кнопка есть не на всех мотоциклах, чаще всего это Иш Юпитер 5, Иш Планета 5. Она находится на правом пульте, то есть там же, где и стоп-двигатель, там же, где свет включается. У меня пульта с такой кнопкой нету правого. Я покажу на примере левого. То есть кнопочки, что справа, что слева, они реализованы одинаково. Теперь смотрим. Ну, пульт сразу говорю, конечно, уставший, потому что все остальное в зимней спячке. Ковыряться в холоде мне неохота. Но весной, если кому-то будет непонятно, пересниму видео поподробнее. Но кому не терпится, я, конечно, понимаю, тоже зимой занимался мотоциклами, я показываю. С кнопки выходит всего лишь один контакт. То есть этот провод при нажатии кнопки замыкается на массу. Если этой кнопки нет, то можете отдельно вывести, какую угодно. Значит, корпус – это все один из контактов кнопки. То есть тут должна быть масса на пульте обязательно. Провод, который уходит с кнопки, вон он подключается на блоке БПВ. Если у вас блочная фишка, вот такая вот. Вот смотрим, переворачиваем разъемом вверх и смотрим в правый верхний угол. Вот он разъем, X1. Подключаемся сюда. То есть с этого же разъема идет провод на щетку генератора. Как правило, это черный провод, это управление. Туда подключаем провод от кнопки, который в пульте, в правом. Если у вас вот такой вот блок БПВ с разнесенными контактами раздельно, X1 контакт, вот он будет. Вот, радиатор тиристоров. То есть, как вы это подключите, это не важно. Там каждому свое, как больше кому нравится. Но суть в том, чтобы именно параллельно подключиться к проводу, который идет на контакт X1. В чем смысл? Постараюсь объяснить на словах. Когда аккумулятор подсевший, вы исключаете из работы реле-регулятор, который начинает работать только при достижении определенного напряжения на аккумуляторной батарее. Проще говоря, вы замыкаете, обходите этот регулятор, и все остатки сил, которые есть в аккумуляторе, они идут на возбуждение, на сильное намагничивание ротора генератора. И то есть даже хорошего резкого пинка кикстартера должно хватить для того, чтобы появилось какое-то жалкое подобие зарядки, скажем так, импульс, который позволит искре поджечь смесь. Также некоторые советуют просто нажать кнопку, разогнать мотоцикл с горки до скорости 10-15 км в час. И как они утверждают, я это сам не делал, не знаю, что даже при абсолютно посаженном в ноль аккумуляторе мотоцикл заводится. Кстати, кто будет подключать, реализовывать эти идеи, если не сложно, проведите эксперимент. Будет очень интересно, потому что я не додумался это в свое время сделать, хотя были у меня такие мотоциклы с этой кнопкой. А на этом все. Если будут вопросы, пишите комментарии, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Не забудьте нажать кнопочку колокольчик, чтобы не пропустить свежие ролики на канале. Желаю всем успехов. До мотосезона осталось совсем чуть-чуть. Крепитесь. Скоро увидимся.